21 минута. Едем. Так, продать. Так, дотка, инвентарь нам нужен. Какой рейтинг сложнее всего бустить? Ну, я думаю, возле 5000 тяжеловато. Так, ну что, первую аркану поставим. Цена 1 рубль выставить. Оставляйся. Аркана первая ушла. Так, а чё она не показывается? Она же должна показываться вроде. Обновим. И почему она не показывается, по популярности или по выгоде? Да, лагает сайтик. Сайт, походу, упал или нет? Вот, кто-то купил. Я хуй знает, как он успел, но лагает сайт, пиздец. Так, ну что, создаем обмен тогда. Долго все это. Ну кто-то купил, гайз. Хуй знает, кто это. Но у меня у самого лагало, я обновлял страницу. Обновилась страница, у меня уже обмен висит. Кто-то успел тыкнуть. Обмен не создается. Пока что. Так, чтобы скайп не палить, я выключу монитор. Не монитор, а рабочий стол. Походу админ пишет что-то. Может, что-то с ботами сейчас прочитаем. Так, сек. Сайт атакует. Кто-то атакует сайт. Это хуёво. Это очень хуёво. Кто-то дедосит, блять. Какой-то пиусик нахуй. Но обмен, как вы видите, еще крутится. Там же, по идее, будет показан ник. Хотя нет, ник бота будет. А кто купил, я вот хуй знает. Ну, вообще, админы, по идее, могут ник сказать. Я потом все ники могу перечислить. Админ глянет, мне напишет обязательно в скайпе те, кто купил. Так, опять что-то пишет. А ну-ка, секунду. Сейчас все будет. Пробуй. Сейчас будем пробовать. Обмен создается. Я ничего не могу сделать. Если закрыть, где он будет отображаться? Создается все равно. Так, если закрыть и другую, допустим, шмотку поставить, а ну-ка. Тот обмен все равно будет тупить, интересно или нет? Так, или давайте вообще страницу обновим. Может, пополучится. А, вот, через сайт. Все, поехали, через сайтик. Так, это мне арканку передавали. У меня большая просьба к админу, чтобы он мне написал ник того, кто выиграл. Так, пока она, по идее, уехала. Следующий, поехали. Что пишет она косяк? Купил Фригиди в стиме ник. Фригиди какой-то. Парень, если ты подписан на паблик или даже не подписан, у меня большая просьба к тебе зайти и сделать скрин.
и выкинуть его в паблик. Так, арканку разыграли, теперь будем ставить вот эту ручки. Ручки выставить одна. Почему этот обмен вылезает? Я же его сделал уже. Вот, создать обмен. Кто-то очень быстро покупает, пиздец. Так, что там пишет еще раз? Бот забирает у тебя и отдает тому, кто купил. Скажи им, что бот делает сделку, а не покупает. Ну, я это уже говорил неоднократно, ребят. Бот не может ее скупить. Бот только проводит сам процесс передачи шмота. Допустим, вы выставляете ее на продажу. Ну вот, допустим, я выставил ее на продажу, у меня бот только ее заберет тогда, когда я нажму передать через сайт. То есть покупатель ее не получит до того момента, пока я не передам ее боту. А бот ее не может автоматически никак скупить. Рабочий стол показываю, все показываю. Передать через сайт. Так, ручки на морфа уехали, хорошо. Догрузится сейчас Steam только у нас. Подлагивает. Так, все, обмен прошел, хорошо. То можно темку закрыть. Так, что у нас дальше? У нас дальше будет... Будет. Ну давайте курьерчика одного разыграем, БХ. Так, это нам не надо уже. БХ, зарубчик, поехал. Оставляйся, парень. В смысле, вы не завершили предыдущие? Все, я завершил. Нашелся покупатель на Баунти Хантера у нас сразу же. Создать обмен. Бля, деньги летят вообще по 0,90 копеечек и залетает, пиздец, ёбнешься. Заработок в интернете. А в чём крутится, алло? Создавайся. Создавайся, парень. Please. Давайте обновим сайт. А вон он обновился уже, хорошо. Так, через сайт передать. Еще и Steam, блядь, троит, еще и сайты досят. Все в кучу, блядь. Так, обмен прошел, хорошо. Это закрываем, продать. Следующая шмотка. Так, мы две шмотки, Морф и Баунти Хантер у нас уехал. Ручки на Морфа, еще одна шмотка, потом следующая аркана пойдет. Так, ну давайте на ПА ручки разыграем. Рубчик. 1, 2, 3, Палмалив. Пошло. Пиздец, кто-то очень быстро покупает, я хуй знает. У меня бы пригорело, если бы не успел нажать, отвечаю. Я купил, вау. Ну вот, видите, ребят, это не бот. Вот, человек выиграл. Парень, сделай скрины, пожалуйста, выкинь его в паблик, чтобы люди не думали, что боты скупают. Передать через сайт. Так, где обменчик наш? Передать боту, да, это подарок, принять.
Так, закрыть. Хорошо. Продать. Так, не надо, Dota 2. Так, ну что, Арканка. На кого у нас? На техника, да? На последнюю, наверное, уедет. Давайте, на техника. Пусть дилейчик пройдет. Подожду 10 секунд. Сейчас я посмотрю, как оно на стриме появится. Вебка будет после розыгрыша. Рекомендуемая цена 1174, я понял. Мама на зарублюс. 1, 2, 3, Palmolive, Big Mac, Fresh Meat. Поехала. Это, кстати, не так быстро уехало, вот отвечаю. Разница есть. Где он? Так, обновить. Обменчик, где он? Надо создать обмен. Алло, обмен. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Пожалуйста. Где он? Почему он не вылезает? Продать. Бля, где должен отображаться он? Вот он, создать обмен. Так, а ну-ка, сек, скайп чекну, пока обмен создается. Сайт тупит, включи сразу фильтр Dota 2 и нажимай продать один раз. Все, понял. Так, через сайт. Да, это подарок. Так, ну что, две арканы уехала уже? Так, а как фильтр поставить? Ну, типа, вот я доту нажимаю, допустим, да, выгода все стоит, то есть я ничего обновлять, если не буду, но по идее так и будет. Так, баланс пополнился, окей. Ну, поехали дальше продать. Так, Dota 2. И у нас сейчас будет отъезжать думчик, да? Думчика поставим. Так, цена 1 рубль. Ждем потихонечку, пусть пройдет дилейчик. Где-то секунд 5-6 уже прошло точно. Скрин в группе, вот. Скринчик есть уже. Ребят, у меня большая просьба ко всем победителям, кто успел выиграть. Скидывайте скрины. Очень-очень важно это. Так, 1, 2, 3, let's go. Выставляйся. Уехала. Думчик, никто не покупает думчик, лол. Алло. Ту-д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 у. Никто дума не берет, лол. Охуеть. Кто-то взял. Создать обмен. Я купил, ура, вон Легимар выиграл. А в чат писал, все подстроено для привлечения людей. Сам же успел купить. Я даже сейчас найду, где он это писал. Ну-ка. Крутись. Это не то, это какие-то ругательства. Легимар, не надо ругаться. Ты же сам выиграл только что. Успел все купить. Так что, я думаю, ты понимаешь, что это не подстроено. Админ подкрутил, сука. Я сомневаюсь. Просто арканы урывали вообще со скоростью света. А думчик не так быстро уходил. Так, где наш обмен? Надо обновить. Выставить фильтр заново, походу, да? Он вылезет еще раз, ну-ка. Обменчик есть, хорошо. Теперь да, через сайт.
Да, это подарок принять. Так, закрываем. Продать следующее. Обновление инвентаря пока что. Так, что у нас осталось? У нас остался сет на Баланара, голова на Инвокера и на ПА у нас осталась Арканка. Ну давайте сет на Баланара пусть уезжает. Так, рубчик, подождем немножко. Вебка будет после конкурса, ребят. Сайт тупо лежит. Ну, у меня же не лежит, ребят. Может быть, он подлагивает, это да, но факт на то, что он не лежит, у меня все нормально. Ну и люди вон в чате тоже переписываются. Так, ну что, 1, 2, 3, Palmolive. Выставляйся. Шмотка, пожалуйста. Сейчас и у меня, походу, зависло все. Выставляйся! Сайт лег, вот сейчас, походу, да, точно лег. Подлагивает. Походу сет на Баланару уехал все-таки, а ну-ка, чекнем. Ебать, у меня сейчас вот это стекло ебаное будет лупиться, потому что я много раз нажал продать. Вещи на продаже, нету вещей. Вол. Сет на Баланару вроде уехал. А, у меня и баланс не показывается онлайн, 0. Сайт, походу, упал. Ну-ка, сейчас я напишу. Писался, подождем ответ. Так, и есть ответ, а ну-ка. Похоже, да, в общем, забей, надо работать техником еще. То, что осталось, можешь раздать пользователям. Завершай розыгрыш. Окей. Так, а как его-то разыгрывать? Через мега-рандом, что ли? Ну, блин, в репостах ничего такого нет уже. Как я его раздам? Ну-ка, сайт обновим. Я бы все-таки таким же, такой же тенденцией бы продавал бы это все. А ну-ка, сет на Баланара вроде бы выставился. Давайте попробуем все-таки продать его. Продано, так. Создать обмен. Может быть, все-таки получится доделать конкурс таким макаром. Ваш запрос обрабатывается. Ну, окей, хорошо. Ну, сет на Баланара поставлен, гейс. На репостах. Бля, я уже забыл, как эта хуйня все делается. Там же как-то вычислять надо. Пробуйте через сайт, ребят. У меня сайт вон работает. Я вон даже обновляю при вас же. Стол рабочий есть, все показывается. Создается обмен. Уже создастся. Я продам. Может, кто-то купил все-таки сет на Баланара. Лол, я выиграл сет на Баланарчика, вот, Фейс за Магнус, хорош. Только обмен надо создать. Я надеюсь, он создастся, давай еще раз обновим. Я открыл и купить не могу. Его даже не было на сайте, был... Человек успел же купить, как-то так. Так обмен бы создался, было бы заебись. Да, я купил его, Олег, брат, сайт лагает. Да я вижу, парень, что он лагает.
Ну, ребят, сайт молодой, ребята стараются, развиваются, видите, акции такие хорошие делают. Это точно покупали не моды, потому что люди с чата выигрывали, пишут об этом, кидают скрины. Я даже сейчас посмотрю, ВК скинули или нет. Блять, это Unreal. Вот, вот. Или это не победный? Вот, типочек выиграл аккаунт на ЦМ-ку. Так что это точно не наебалово какое-то. Просто ребята стараются, всячески сайт там поддерживают. Техники работают. Ну, видите, сайт довольно недавно открылся, и поэтому тяжко им. Еще и дудосят, еще пидорасы какие-то. Молодой сайт. Молодой, горячий. Обмен бы создался, было бы заебись. Так, я админу напишу, может, как-то получится ботов раздуплить. Не знаю, спрошу сейчас. Ботов, ботов варик раздуплить. Как-то. А то тут... А то осталось несколько шмоток. Шмоток докрутить. Обмен не создается. Пожалуйста, обменчик. Я вот что-то написал, сейчас, секунду. Админа подгорает. Его можно понять, почему. Ладно, так, как завершить этот обмен, блин? Во, раздуплился. Секунду. Сайт на Баланара отдадим, а остальные шмотки сейчас попробуем через репосты, наверное, разыграть. Так, сет на Баланара ушел. Блин, а если он раздуплился, может и остальные шмотки попробуют идти? Ну давайте попробуем. Так, продать. Дота 2. Сколько у нас осталось? У нас голова на инвокер осталась, аркана на... А, еще Зевс. Молнии, точно. Какие репосты? Да вот я тоже про репосты, это залупа, если честно. Конкурс был бы, если бы был бы конкурс, было бы заебись. Так, голова инвокера. Выставить. Надеюсь, сейчас порезче пойдет. Вот, отправилось. Не так, как с этим на Баланара, по идее, порезче. Хватаем, гайз, голову на инвокера. Резче. Кто-то схватил, да? Создать обмен. Надеюсь, он резко создастся. Скайп. Так. О, раздуплилась голова. Заебись. Так что доиграем таким же макаром, и потом уже просто бустить поедем. Крутись, стимчик. Крутись. Неизвестный предмет. Известный это предмет, это голова ебаная на инвокера. Пожалуйста. Так, это подарок. Принять обмен. Так, обмен уехал, хорошо. Так, это закрыть. Поехали дальше. Дота 2. Осталась молния на Зевса и аркана на ПА. Так, молния. Ждем. Сайт лагает, нечестно что-то. Ну, парни, я ж такое. Кто-то успевает, кто-то нет. Была голова, вон Дегри говорит, что голова была. Так,
Так, ну что, раз, два, три, четыре, пять. Создать обмен. Кто успел купить? Здесь быстро будет докручиваться. В следующий раз и последующие конкурсы будем делать через рандом. Я хз еще, ребят, как показать, что это скупаются не боты. Админ расстроился, и, ну, я его понимаю, потому что шмотки он предоставлял, и все равно люди есть такие, которые находятся и пишут, что боты, мол, скупают. Хотя вон банальный пример, люди показывают скрины, как они выигрывают. И то, что у кого-то появляется, у кого-то нет. В следующий раз будем через рандом разыгрывать. Но я уверен, что и через рандом найдутся люди, которые будут писать, все подстроено, кому-то шмот там специально скинули. Хотя кому это нахуй нужно? Так, молния на Дивса уехала, ну что? Арканка осталась у нас. Протать. Дота 2. Бля, думал, конкурс 5-10 минут займет, нихуя больше бы. Потребовалось времени. Олег демонов нанял, при крике уже все волосы на голове вырвал. Бывает. Что, арканка на ПА, последняя шмотка. Рубчик, ждем. Не появилось. У кого-то, может, оно не появляется. Ну, есть люди, которые видели шмоты, и кто-то даже успел покупать. Так что это уже хз. Может быть, проблемы интернета какие-то или нет? Так, ну что? Раз, два, три, четыре, 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 пять. Я же нажал уже все. Создать обмен. Кто-то, блядь, очень быстро урвал, я отвечаю. Ну нахер, блядь. Блядь, как горит у молодых пиздец. Аркана появилась, но я не я купил. Да, у меня вообще Twitch нахуй завис. Иди нахуй, Альберт, хуйня, это все. А я здесь при чем, блядь? Так, через сайт. Я просто ставлю шмотки, от меня-то ничего не зависит. Я их выставляю только. То если вы уже не успели купить, то я не виноват. Так, все, Аркана уехала. Ну что, тушим мониторчик, вебку ставим. Сейчас я перезайду на аккаунт, который я должен бустить. Поедем катать.